Артем, через полчаса жду внизу. Да, хорошо. Здравствуйте. Я Инна Вячеславовна Лосева, участковый врач Трухина. Он к вам ночью поступил. Здравствуйте. Вас родственники, что ли, попросили? Ну, Трухина ваш головой приложился, конечно, сильно, но ничего страшного. Кроме абстинентного синдрома. 1,5 промилле в крови. А кота делали? Он про галлюцинации говорил, голоса слышит. Да не переживайте, все с ним в порядке. Ваш Виктор Геннадьевич, он... Петрович. Петрович ваш в порядке. За ним наблюдают. Если нужно, его и психиатр посмотрит. Привет, мам. Ой, привет, дочка, заждалась тебя. Привет, моя дорогая. Как ты себя чувствуешь? Ну, хорошо, нормально. А как твой там электрик? Небось, до смерти рад, что ты оказалась у меня такая сообразительная. Да ладно, просто повезло. Конечно, повезло, конечно, повезло. Да что ты ему жизнь спасла. И мне жизнь спасла. И бабульке этой вот сердцем. Она только о тебе и говорит. Инночка, давай так. Вот смотри, я уже нормально себя чувствую. Ну, я сама себя обслуживаю, я сама хожу. Ну, я думаю, тебе пора возвращаться домой в Москву. Так, мам, во-первых, лечение еще не закончилось. Пока оно длится, я буду с тобой, это не обсуждается. Но, во-вторых, знаешь, я вот думаю, может быть, зря я тогда уехала. И здесь мое место. Дочка, вот ты точно так же тогда сомневалась. Вот ехать, не ехать. Это Буков, этот со своим неукротивым либидо. Взял тебя, с панталыку сбил. Просто взял и вот так вот в Москву тебя отправил. Может, я ошибалась на его счет. А вот знаешь, что он должен был сделать? Он должен был приехать в Москву. Он должен был тебя найти. Он должен был тебя убедить. Он должен был много чего сделать. Он должен был прощения у тебя попросить. А он тряпка. Он скис. Он размяк. Который час? Мне уже надо идти. Надо... Пойдем. Все, пойдем. Значит так, короче. На Буйкове свет клином не сошелся. Это точно. Да. У нас в соседней палате... Инна, я... Ну, правда, нет, не лежит. Просто приходит, навещает. Очень интересная такая самка, как у солиста балета. Дикторский голос. И что характерно, деньги. Да? Да. И в чем подвох? Здрасте, Инна Вячеславовна. Добрый день. Ты его знаешь? Угу. Жалобу на меня написал. Обвинял в покушении на убийство его бабушки. Вот это и подвох. Да. Начали. Поехал, Никит. Да, давай. Никит начал. Сейчас поехали. Тима, поехали. Давай, Лев, еще раз начинай. Никит. Попили водички. Мечи остались, водички попили. Казаинка, что такое? Вставай, вставай, вставай! Что, болит? Да. Рука? Да. Форме. Жить хочется, как раньше. Давно вот так вот не срывался ночью с фонариком спасать электриков. Но это и мой первый электрик в жизни тоже. Но почему твой? Теперь он наш. Как песня. Догоняй. Вот не верю в эту легенду, а нейрохирурги из Клифа, который вдруг стал терапевтом в провинции. Электронная трудовая, все чисто. Да вот это и подозрительно. Как бы не проверка. Слушайте, действительно странно. Странно. Один кардиолог на две поликлиники. Один, Саш. На гормоны берут в поликлинике Уткина.
онкопанель у тебя. Нафига вообще эта специализация? Чтобы бабульки туда-сюда бегали, пока их инфаркт не хватит? Вот о чем нужно говорить на ваших симпозиумах. Я полагаю, у вас есть предложение по этому поводу? Здравствуйте. Борис Андреевич Спиридонов курирует здравоохранение в нашем городе. Инна Вячеславовна Лосева, терапевт. Здравствуйте, очень приятно. Борис Андреевич, почему бы не сделать электронный документообмен на все поликлиники? И тогда каждый врач будет иметь доступ к картам и будет видно, где какой специалист нужнее. То есть предлагаете объединить все поликлиники? Ну а что, это мысль? Вот так. Перестаешь ходить в поле, так сказать, и теряешь связь с народом. Борис Андреевич, прогресс смывать. Ты подумай над этим предложением, Александр Иванович. И я подумаю. А в воскресенье у меня юбилей. Там, кстати, и обсудим. Терапевт Лосева, вас приглашаю тоже. Спасибо. Доброе. Здрасте, больной. На что жалуетесь? Голова болит. Ну, это неудивительно. Часто выпиваете? Ну, не каждый день. И всегда до отключки, да? Голоса слышите? Ваш слышу. И жены тоже слышу. Радость примерно одинаковая. А записывать-то что? Пиши. Водка плохого качества. Коты вычеркивай, неизвестно. Не надо, Саша. Я не хочу, чтобы ты опять куда-нибудь сбежала. Было больно. Больно это, когда люди врут и сами все разрушают. У Крутовой был перелом ребра. Майку снять было просто необходимо. Кто же знал, что она там без лифчика? Я думаю, она. И что я зайду, видимо, тоже. У меня не было к ней личного интереса. Я просто делал свою работу. Слушай, я тебе никогда не врал. И сейчас не собираюсь. А как же твои жена и дети? Ты не разведен, а мне сказал, что женат на работе. Так и есть. Наш брак давно угас. Мы семья только по документам, а на деле у нее своя жизнь, у меня своя. Дети вообще считают, что я редко бываю дома, потому что я врач. Ты знаешь, я тоже была таким ребенком. Потом папа врач устал врать про работу, и родители развелись. Я не разводился, потому что не было необходимости. А сейчас? А что сейчас? Сейчас необходимость есть. Хотел извиниться. Поговорил с бабушкой, был неправ. Извинения принят. Здравствуйте. Зорин, можно? Здравствуйте, проходите, пожалуйста. А что, больничный закрывает какой-то другой врач? Кабинет вроде тот же. Я новый врач. Карточка у вас совсем новая. Потеряли? Наверное. Присаживайтесь. Спасибо. Так, антикоагулянты для профилактики тромбоза при постковиде. Анализы сдавали перед приемом препарата? Я не помню. Но я все пью, что выписали. Кроме вот этого. Кончились. Жена сказала, надо в специальной аптеке покупать. Но это не лекарства, это БАДы. Их не обязательно принимать. А мне наоборот сказали, эти лучше помогают. Поэтому и дорогие. Кто сказал? А вот врач. Здрасте. Добрый день. Кира Алексеевна, ваш почерк. Почему пациенту при постковиде выписывают какие-то травки, а не направление на анализ? Инна Вячеславовна, я не знаю, как у вас там в Москве, а у нас не принято обсуждать назначение другого врача. А я как раз пытаюсь выяснить, почему рекомендации пациентам даете вы, а не врач. Хотя по назначению врача у меня тоже есть вопросы. Вы как себя чувствуете? Честно,
Отвратительно. Ночью тошнит. Утром тоже фигово. Карточка пустая. Как здесь работать? Василий, скажите, какие хронические заболевания у вас, может быть, были? Я не знаю. Жена за всем следит. И за вашим здоровьем тоже? Ну, а что такого? Я работаю на двух работах, обеспечиваю ее. Что, не имею права на внимание к себе? Конечно, имеете. Добыча, кормилец. Да вы ей позвоните, там на обратной стороне карточки номер записан. У нее голова, она все помнит. Наверное, вы правы. Врачу нужно быть мобильнее. Не опасно? Да нет. Главное – ехать со скорости потока. Мудро. И не выделяться. Светлана Анатольевна, у меня к вам дружеская просьба. Я же заместитель главврача, и о каждом подчиненном мне нужно знать все. Я ничего не скрываю. Ну, не вы, а вот по поводу Инны Вячеславовны вопросы у меня и у коллектива. Ну, я не так хорошо с ней знакома. А мне показалось, вы сдружились. И в частной беседе можно выяснить, что на самом деле нейрохирурга из Клифа привело в нашу дыру. Ну, просто ради любопытства, не более. Вы мне поможете, я вам. Свои люди, сочтемся. А я своя? Не знаю. Вам решать. Я выпишу направление на анализы. Вы его, пожалуйста, отправьте к нам завтра утром натощак. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Была язва? Была. 3 года назад. Шнур такой с лампочкой глотали, помните? О, Господи, да. Опять придется. Ну, посмотрим по результатам анализов. Кровь и мочу, пожалуйста. Пригласишь на чай? Чай закончился. Представляешь? Привет. А это что у нас за новости такие? Привет, Саш. А, представляешь, упал. Надо было его сразу вести, как у Лес, как ты говорил. Он ни черта не видит. Как же я не замечала. У тебя 2 детей. За всеми не уследишь. Ну, я же мать. Вот и отстань от себя, мать. Рентген делали? Да. Ну, вообще ничего интересного. Перелом луча в типичном месте. Что окулист говорит? Об этом мы узнаем через 3 недели. Запись. А, понятно. Минутку. К нам затесался симпатичный мужчина с админресурсом. Сейчас покажет фокус. Антон Витальевич, дорогой. Можно? Закройте дверь, я позову. Что-то Зорина до сих пор нет. Полегчало, наверное. Плюнул на лечение, так бывает. 5 минут до следующего пациента. Пойду, пройдусь ножками до лаборатории. Василий Николаевич, я вас жду. Здравствуйте, Инна Вячеславовна. Здравствуйте. А жена сказала сначала анализы. Я уже 2 часа жду. Обещали позвать. Сейчас узнаю. Занято. Дезинфекция важнее пациента? По диспансеризации принимаю всех без очереди. Приказ Крутовой. Человек 2 часа сидит.
Через 5 минут приду, проверю. Не примете, пойдем с вами вместе. Уточнить этот приказ Крутовой. Так давай без истерики. Мало ли что Лосева сказала. Елена Борисовна обещала закрыть глаза на некоторые мелочи. Так, мужика не принимаешь сегодня, ты меня поняла? Ты что, хочешь без премии остаться? Ну и все. А как, Инночки, цветы с извинениями? А? По-моему, не очень. Розы? Казались беспроигрышный вариант. А какие она любит? Ну, знаете, это военная тайна, но я вам скажу по секрету. Можно? Все, я ухожу, у меня смена окончена. Простите. У пациента в анамнезе язва. Он пьет антикоагулянты уже 2 недели. Если язва открылась, в любой момент может начаться желудочно-кишечное кровотечение. Понимаете, к чему я веду? К уголовной ответственности за неисполнение своих прямых обязанностей. Проходите, Василий Николаевич. Присаживайтесь. Поработайте кулаком, пожалуйста. Ваших пациентов до последнего. Кто? Меня уволят, если я скажу. Вас посадят, если Зорин умрет. Это Морозова. Куда? Александр Иванович занят. Александр Иванович, можно узнать, что творится с диагностикой на 8-м участке? Старушка Агеева, электрик Зорин. Это все за несколько дней. И почему Морозова распоряжается в поликлинике, как у себя дома? Надеюсь, не ходит в тапочках? Ты шутишь, да? Морозова запретила лаборантке принимать моего пациента. Человек 2 часа просидел возле лаборатории с открытой язвой. Это смешно? Буду разбираться. Я тебя предупреждала, она сложная. Да при чем здесь сложная или простая? Саш, человек чуть не умер. Пожалуйста, не горячись. Ну, откуда она знала, что у него язва? Хотела тебя проучить. У нас тут свои заморочки. Плюс ты человек новый, не совсем гладко вошла. То есть дело во мне? Ну, почему ты сразу обостряешь? Я прошу тебя. С этого момента этим делом занимаюсь я, хорошо? Ладно. Я ищу дом для нас. Саш, ну ты же знаешь. Пока мама не вылечится, я должна быть с ней. Там и для мамы будет комната. Я же знаю, с тобой надо быстро. Не успел предложение сделать, ты в Москву уехал. Больше я так не ошибусь. Я все-таки настаиваю на КТ. Инна Вячеславовна, я вам еще раз повторяю. Показаний к КТ нет, все. Периодичность. Вот ключевой признак. Есть причина, по которой возникает проблема. Плюс галлюцинации. Вы основываетесь на словах алкоголика. Я основываюсь на собственном опыте. Опыте терапевта или алкоголика? Послушайте, вас в больнице все хамят, вместо того, чтобы работать. У нас не лезут в чужие дела. Римма Игоревна,
Извини, что вмешиваюсь, но Инна Вячеславовна Лосева, хоть и бывший, но нейрохирург из Склифа. Погуглила вас после операции. Хорошая карьера. Вот оно что. Москва, значит, да. Можно было догадаться. КТ, сделайте, пожалуйста. Mm-hmm. Советую прислушаться. Я прислушиваюсь только к главврачу. Мам, Буйков, он все-таки главврач? Или кто? Ты неправильный вопрос ставишь. Морозова, медсестра или кто? Уж слишком много на себя берет. Да. О, все. Больше не могу. Как все? Подожди, на 2 километра всего не маловато? Плюс то, что я еще утром с Антониной и с ее внуком нашагала. Держим дыхание. Знаешь, он неплохой мужик. Очень переживает, что тогда на тебя наехал. Вы не устали? А ты знаешь, что у него кроме бабушки никого? Вообще никого. Мам, да я на него не в обиде. Все нормально, бывает. Ну ладно, пока. Давай, я побегу. До встречи. Да, пока. Пока. На него не в обиде. Прошлый букет был формальный и недостаточно показывал мое раскаяние. Вот. С мамой консультировались? Ну да, не без этого. У вас очень хорошая мама. Спасибо. Надо признаться, ваша бабушка тоже огонь. Ну да. Спасибо. Мне пора. Может, подвезти? Давайте. Вот у этого подъезда остановите. Спасибо. Давайте я приду к Буйкову. Не хочу, чтобы у вас были проблемы. У меня нет с ним проблем. Мужик такой импульсивный. Аркадий, правда, все в порядке. Спасибо за цветы. Помашечки, красивые такие. Грабли свои убрали от цветов. Руки проверь за Анжелкой, все, пока. Я сказала, руками не трогать, я все сама достану и покажу. Слышь, ты что такая дерзкая, а? На спичке родилась. Сказала, поставь на место, не для тебя делать. Я вопрос задал. Отвали вообще, а! Я тебе дом сбросил, который выбрал, посмотри. Он свободен? Бронируй, я уже завтра заеду. Я сам в шоке, Борь. Даже в самую эпидемию раньше по домам разъезжались. Новый штамм выявили, повышенной вирулентности. Сидите, говорят, отдельно от семей и поменьше трепитесь, чтобы паники не было. Ну да, мы же в постоянном контакте. Ну ладно, давай, я тоже собираться буду. Да плевать мне на эти штаммы. И в конце концов мы все привиты. Юль, ну ты же слышала.
Ну, зачем рисковать? Не помнишь, где мой чемодан? Еще рано. Да. Наина! Наина! Ты как чувствуешь Николаевич, себя? Нормально, нормально, Аркадий Николаевич. Так, поехали в больницу, поехали. Аркадий Николаевич, мне нельзя в больницу, они полицию вызовут. А я и так на учете в опеке. Мои мелкие упыри взяли чуть дом, соседский не подожгли. Начнут копать, и что? Мать на работе дерется, а дети ночью дома одни. А соседка уложила и ушла, еще детей заберут. Так, я договорюсь, чтобы не официально. Поехали, врачи за деньги все сделают. Поехали, не поехали. Не надо, Аркадий Николаевич, свой есть врач. Не надо, я уже подругу вызвала. Инна Вячеславовна? Аркадий, вы как здесь? Это мой босс. Да, тесен мир. Голова не кружится? Нет, вот здесь болит. Ну-ка, посмотри на меня. Сейчас обработаем. Так. Осторожно. Сотрясение точно есть. Я понимаю, в больницу ты ехать не хочешь, но у меня тоже есть принципы. Дети без матери останутся. Тебе норм, цена за принципы. Я тебе эти слова прощаю, потому что сегодня головой сильно ударилась. Потом будешь извиняться. Не заржавеет. Хорошо, я останусь у тебя, буду наблюдать. Не дай бог что. Где же кофе? Кажется, вот. Не любите детей? С чего вы взяли? Извините. У меня просто у дочки сегодня день рождения. И могло 5 лет исполниться. Она умерла при родах. Не спасли ни жену, ни ребенка. А сутки мучилась. Сутки. Я не понимаю, почему нельзя было сделать кесареву. Возможно, не было показаний. Сутки мучения – это не показания. Вы врачи. Почему вы все время покрываете друг друга? Почему не признать хотя бы чужую врачебную ошибку? Почему? Я вам очень сочувствую, Аркадий. Я не тот человек, с кем можно об этом говорить. Почему? Потому что меня тоже обвинили во врачебной ошибке. Ну, это много объясняет. И кто умер? Мой муж. У него были шансы выжить? Нет, это была операция отчаяния. А у моей жены и ребенка были. Они оказание помощи в суде назвали непредумышленной врачебной ошибкой. Я вам, правда, очень сочувствую. Я вам тоже. Надо проверить на Инну. Инна. Вячеславовна.
Долго ее проверять? До утра, каждые 20 минут. Вы когда будете уходить, закройте, пожалуйста, дверь аккуратно. Она скрипит. Дети уже спят. Я не буду уходить. Который час? Инна Вячеславовна, Инна, все в порядке. Я уже все сделал. Правда? Вот, выпейте кофе. Спасибо. Часто у вас такие ночи? Бывает. Как отдыхаете? Ну, я в смысле, работа тяжелая, надо и отдыхать хорошо. Ну, у меня есть плюс один на вечеринку. День рождения Спиридонова. Знаете такого? Знаете, конечно. Я ему угрожал. Да, помню. Я с ним уже познакомилась, и он меня пригласил. Так что увидимся. До свидания. До свидания. Ой, осторожно. Ой, простите, здрасте. Здрасте. Что с Наинкой? Написала бандитской пулей, отключила телефон. Знаешь, я ее юмор не всегда понимаю. Подралась? Угу. Все нормально, жить будет. Да, слава богу. А то муж говорит, что пятерых детей он точно не потянет. Начальник Наина. Этот самый Аркадий Николаевич? Цветочный король? Снабжение с нашей области? Ну и чего? Женат, не женат? Вдовец. Слушай, ты всегда была адвокатом Буйкова. Зайка, я всегда адвокат твоих интересов. У Буйкова вроде бы серьезные намерения. Полночи отправлял мне сообщение, присылал фотографии дома, который он для нас снял. Хочет, чтобы мы жили вместе. Ну. Не знаю. Ну, это направление на анализы. Я сделала ошибку. Что не так? А вы обратите внимание на количество. Вы одна за день потратили недельный бюджет поликлиники на лабораторные исследования. После смерти Глянцева я... Да забудьте вы про него. Ошибки можно стереть. Мы врачи. Стараемся помогать своим. Я на вас надеюсь. Я вас поняла, Елена Борисовна. Вы можете идти. Спасибо. Нет, не занята.
хорошо. Выспалась. Миша, аккуратно, не споткнись. Миша, привет. Поиграй немножко и пойдем домой, хорошо? Угу. Здравствуйте. Я Инна. Наверное, Жанна вам звонила, говорила, что я сегодня Мишу заберу. Да, конечно. Только, извините, я вас сфотаю, ну, начальство просит. Да, конечно. Аня, Аня, поиграй немножко. Как она? Ой, грустила весь день. Говорит, папа уезжает надолго. А, кстати, папа тоже доктор, как и вы. А вы, случайно, не педиатр? Увы. Ну вот, не удалось воспользоваться знакомством. А как у вас дела обстоят с карантином? Ковид, говорят, свирепствует. Вот меня мужа отселили от нас, боятся, как бы не заразил. Ну, конечно, медики подвержены большому риску заразиться, но все-таки все не так далеко зашло. А где вы работаете? В поликлинике. А вот, собственно говоря, и мой муж. Главврач первой поликлиники. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. Инна Вячеславовна, моя коллега, терапевт поликлиники. Да, очень приятно было с вами познакомиться. Взаимно. До свидания. До свидания. Всего доброго. Миша! Пойдем? Просто удивительно, как твоя коллега ничего не знает про карантин. Ну все, поехали домой. До свидания. До свидания. Всего доброго. Хочешь мороженое, Миша? Да. Какое? Клубничное. Хорошо, сейчас купим. Ее вот такие вот волосы, они еще такие пушистые. Можно мне ее? А мне в красном платье. Купишь? Пап, купишь? Пап, ты нас слышишь? Да, да, слышу. Ой. Миш, давай книжку отложим и поедим, хорошо? А ты знаешь, что синий кит самый большой путешественник, и он плавает по всем морям и по океанам? Ну, слышала что-то такое. Давай, ешь. Борис Андреевич, поздравляю. Это вам. Присаживайтесь вон там, с Буйковым. Спасибо. Здравствуйте. Можно мне с вами? Да, конечно. Друзья, четвертый год, я начинаю свой день рождения с этого тоста. Я очень люблю своих детей, свою драгоценную жену, уважаю своих друзей, коллег. Но 4 года назад я мог вас всех лишиться, дорогие мои. Да-да, болезнь чуть не съела меня. Но
Благодаря Кире Алексеевне этого не случилось. За что низкий поклон вам за каждый прожитый день. Хочу еще раз отметить исключительную скромность этого человека. При всех ваших дарованиях, Кира Алексеевна, вы бы могли расти и дальше. И кто знает, может быть, даже составили конкуренцию Александру Ивановичу. Да-да. Но она каждый раз отмахивается от моих предложений административного роста, чтобы, так сказать, работать в поле и не терять контакт с простыми людьми. Вы знаете, это достойно уважения. Ура! 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 Спасибо. Спасибо вам большое за тебя. Спасибо. Спасибо. Закусывайте, закусывайте. Давайте выпьем. Чего так скучно сидим, а? Спасибо. За рулем. За рулем, да? За рулем. За тебя. Я твоя коллега по работе. Терапевт из поликлиники. Так ты меня представил? Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы мы жили вместе. Я ушел от жены, снял нам дом. Какой дом? Ты мне врал, Саш. Инна Вячеславовна! Все, возьми себя в руки, хватит, соберись. Приди в семью. Слушай, ну уйди, а. Александр Иванович, давайте вы поедете домой и немного поспите. Там Спиридонову плохо. Боюсь, этот пьяный консилиум его угробит. Вы единственный трезвый. Зайдите, дайте пройти. Лечь можете? Аккуратно, давайте ляжем. Так, осторожненько, осторожненько. Позвольте, я смотрю вам жену. Тихо. Похоже на острый аппендицит. Скорую вызывайте. Да давайте на рабочее, я быстрее любую скорую дамчу. Да-да. Давайте. Да. Давай. Помогите подняться. Давайте. Давайте, пожалуйста. Сами доведете? Да, конечно. Давайте, давайте. Сейчас быстренько домчим. Аккуратно. Осторожно. Осторожно. Ой, давай, Володя. Гони, родная. Проводите гостей, мы справимся. Аля. Профессионал. Бори, я догоню. Хорошо, хорошо, давай. Разойдитесь. Простите, пожалуйста. Вы же с ним знакомы? Он забыл свой адрес. Тихо, 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 тихо. Говорит, недавно переехал, я даже такси не могу ему вызвать. Отвезете? Да, я отвезу. Где живешь-то, а? Восьмой участок за спичкой коттеджа. Помогите. Давай-ка, давай, Ева. Я сам! Ну, сам так сам. Джек еще возьмите? Спасибо. До свидания. Лосева Инна Вячеславовна. Инночка, она... Она... Она замечательная женщина. Эй, скотина. И ты... Ты тоже скотина. Руки прочь от Инны Вячеславны. Тихо! Тихо, тихо, тихо. Ты чего?
Ты с Кирой не кусайся. Она любит повоевать. А я... А я предпочитаю дружить. Вот уж прихватил-то как. Мы тут в провинции. Держимся друг друга. Ты, баба умная, притрешься. Володенька, гони. Гони, родной, иди. Потерпите, потерпите, Борис Андреевич. Гони, Володька. Гони, гони, родной. Борис Андреевич, аккуратно. Не дай бог позвоночник. Открытый перелом, черепно-мозговая травма. Сложно определить степень, пожалуйста, как можно скорее. Володя. Володя, вы где? Здесь. У вас в багажнике должна быть аптечка. Там жгут, винт, что угодно. Нужно кровь остановить. Багажник заклинил, аптечка там. Ну вы же врач. Вы же все сможете сделать, правда? У вас есть ремень, я не знаю, что-нибудь. Не могу ничего найти. Время смерти 23 часа 15 минут.